Друзья, всем привет! Наверное, у каждого из нас остались замороженные ягоды в холодильнике. Ну, если точнее, то в морозилке. И давно пора от них избавиться. Поэтому сегодня я вам покажу классный соус, который можно приготовить из замороженных ягод. Он подойдет, например, к блинчикам, сырникам или каким-то другим блюдам. Нам понадобятся замороженные ягоды, смородина, сахар, пряности, апельсин и немного крахмала. Берем апельсин и снимаем с него кожуру. Это можно сделать любым удобным способом, например, на терке, но я использую вот такую вот прикольную штуку, я ее покупала на Джум. Цедру мы не выбрасываем, она нам тоже пригодится, а апельсины разрезаем на половинки и выжимаем из них сок. Это можно сделать просто руками, но я использую вот такую вот ручную соковыжималку специально для цитрусовых, мне кажется, она очень удобная. Дальше берем небольшую кастрюльку или ковшик и высыпаем туда наши замороженные ягоды. Размораживать предварительно их не нужно, если они, конечно же, у вас помыты. Если ягоды не мыты, то их нужно промыть под краном и разморозить. Дальше насыпаем к ягодам весь сахар и добавляем пряности. Я добавила гвоздику и немного корицы. Вы можете использовать ваши любимые пряности, которые вам больше всего нравятся. Потом наливаем апельсиновый сок, кидаем цедру, кожуру от апельсина и ставим все это на плиту. На среднем огне доводим наш соус до кипения, периодически его обязательно помешиваем, затем убавляем огонь и варим еще примерно 10 минут на минимальном огне. И вот теперь нам понадобится картофельный крахмал. Разводим небольшое количество крахмала в небольшом количестве холодной воды. Вода обязательно должна быть холодная. И тонкой струйкой наливаем крахмал в наш соус. Периодически его помешиваем, чтобы он загустел равномерно. Соус должен быть горячий, крахмал, соответственно, холодный. Дальше ставим соус на плиту и варим до загустения, до нужной консистенции. Это примерно 3-5 минут. Посмотрите, какой красивый, а главное вкусный соус у нас получился. И ни одна ягодка не пропала. Мне кажется, компоты уже надоели, а такой соус будет весьма кстати. Приятного вам аппетита!